В непростое время важно поддерживать друг друга, поэтому в сельском поселении Развилковское местный общественный совет и предприниматели решили оказать помощь многодетным семьям, собрать продуктовые наборы. Получателями стали жители поселка и ближайших деревень. Это очень сложно. Многие остались без работы, в том числе и многодетные. И поэтому эта акция вот с такими подарками – это очень своевременно. Всего продуктовых наборов получилось 15. Сами организаторы и волонтеры называют их подарочными, ведь в них входят как колбаса и шпроты, так и различные фрукты, конфеты, печенье. Помимо еды в коробку кладут маски, сшитые местным юнормейцем. Одним из инициаторов данной акции стал предприниматель Саргиз Варданян. Ну, ситуация сейчас. Надо объединяться всем вместе, чтобы помочь друг другу. И также, кто в этом остров нуждается. Такое непростое время, когда очень многие на самоизоляции, когда люди боятся выйти. Нужно им все-таки как-то помочь. Кто-то боится даже в аптеку выйти. Кто-то не может по состоянию здоровья. Поэтому я решила, что это мой долг как гражданина. Развозить подарочные наборы к получателям начали на следующий день. Чтобы каждый дошел до адресата, семьи обзванивали заранее и информировали об акции перед тем, как подъехать. Передавали наборы, конечно, в защитных масках и перчатках. Ой, спасибо огромное. Спасибо. Не болейте, мама. Надо было помощников звать. Спасибо. Да, тяжелое. На здоровье. Всего доброго. Александра Столярова, Иосиф Гринберг, Ольга Садовская. Видное ТВ.